Мы находимся в стенах Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Сегодня здесь, в этой аудитории, проходит вторая межвузовская олимпиада по медицине. В ней участвуют 6 вузов Санкт-Петербурга. Это наш университет, Северо-Западный государственный медицинский университет, Военно-медицинская академия имени Кирова, Педиатрический университет, Государственный университет. И вот в этом году к нам присоединился филиал Самарского медицинского университета НОУ-РЕВИЗ. Уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые учителя, уважаемые студенты, уважаемые члены жюри. Мы с вами сегодня начинаем работу очередной, ставшей уже традиционной, межвузовской олимпиады по медицине Санкт-Петербурга. Для нашего университета большая честь, что эта олимпиада проводится именно в наших стенах. Замечательные люди, выдающиеся терапевты, известные хирурги работали в нашем вузе. И именно поэтому Комитет по науке Высшей школы Санкт-Петербурга оценил наш вклад в подготовку врачебных кадров и дал нам возможность проводить такую конференцию. Мы очень надеемся на то, что те задания, которые вы сегодня получите, будут для вас не только контрольными заданиями, но в первую очередь учебными заданиями. И, несомненно, тот опыт общения с коллегами, опыт общения с жюри, опыт общения с однокурсниками и коллегами из других вузов окажется для вас очень полезным в вашей будущей врачебной жизни. И вообще на сегодняшний день мне кажется, что медицина – это удел энтузиастов. А энтузиасты, как известно, это лучшие из лучших. Поэтому те, кто сидит в этой аудитории, это, как раньше говорили, передовой отряд советской молодежи. Да? Вы здесь, потому что вы лучшие. И я очень благодарен вам за то, что вы сегодня нашли возможность подготовиться и прийти к нам. Спасибо. Я надеюсь, что ваше настроение, знание, убежден, полностью соответствует, но ваше настроение, ваш настрой общий и, в частности, ваше желание победить, они, конечно, вам сегодня помогут. Отдельное спасибо вашим учителям, педагогам, которые подготовили эти команды. Желаю всем удачи! Прошел только первый этап олимпиады, индивидуальный, когда каждый участник писал свою задачу и отвечал на свои вопросы. И надо сказать, что очень благоприятное впечатление получил от нее. Вопросы
были как раз такие, которые позволяли подумать над ними. Несколько вариантов ответов, и при том, что они повторяются. И вот это повторение позволяет обсуждать, уже пройдя этот этап программы, ну, и делиться, соответственно, впечатлениями друг с другом и мнениями какими-то. Но сейчас я в ожидании второго этапа, уже командного. Так, начинаем. Первая задачка, пожалуйста. Абсолютно правильно. 5 баллов. Большой университет. Можно смотреть. Красиво звучит. Выскальзывающие. Ну ладно, мне баллы не нужны пока. Неправильно, дальше. Совсем правильно, совсем неправильно. Еще здесь. Так. Красивая картина, страшно красивая, именно страшно. Становится, когда видишь эту картину. Страшно. Баллов. Это остеолиз концевых фаланг. Посмотрите, страшная ситуация. Смотрите, самое главное на этой картинке растворимый рецептор трансферину. Да, мы можем назвать. Хорошо, дальше. Так? Почему? Потому что было бы только положительно. 5 баллов. Так. Во-первых, мы здесь не наблюдаем высота ПС, значит, можно сразу сказать, что здесь есть мерцательная аритмия. Нет. Скажите, что здесь? У нас здесь электрический университет. Так, пожалуйста. Так. Саркоидоз? Нет. Ну, давайте не буду вас томить, потому что все на этом заканчивается. Вы самые умные в нашем городе, среди всех-всех студентов. И мне приятно видеть и находиться рядом с вами. Большое спасибо за участие в этой игре. Спасибо. Итак, индивидуальный конкурс. Первое, третье место. Значит, третье место. Афанасьева Мария Юрьевна. Ленка Коробова Ксения Игоревна. Байкова Анна Владимировна. Второе место получила студентка Кращук Наталья Павловна.
Второе место, еще одно у нас есть, второе место, которое получила также студентка из Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, Токачева Елизавета. Первое место, оно у нас одно, которое получила студентка первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета академика Павлова Махмутова Нина Александровна. Третье место получил Санкт-Петербургский государственный университет, вернее, команда Санкт-Петербург. Команда первого Санкт-Петербурга.